Если надо, если скажешь, я пройду без тебя. Но любя, даже если в конце откажешь, я пройду босиком по земле, не завидуя лучшим судьбам. Я пройду путь к тебе, путь к тебе. Даже если весь мир осудит, может быть тогда ты ответишь да. Пролетит по округе по остальным проводам. Может сквозь года, вдали города, повстречаем друг друга, и мы будем с тобой всегда. И мне не надо тысячи фраз, когда небо смотрит на нас. И мне не надо тысячи слов, пока жива любовь, пока жива любовь. Мы с тобою пройдем этот путь, если хочешь, если веришь. Мы с тобою пройдем, в этом суть нашей связи, нашей встречи. Мы пройдем, вознесем все мечты, оправдая все, что было. Мы пройдем, я и ты, я и ты, как бы нас не закрутило. Может быть тогда ты ответишь да. Пролетит по округе по остальным проводам. Сможет доцент кафедры эстрадно-джазового пения Краснодарского государственного института культуры. Доброе утро! Ну вы прям добавили нам праздничного предновогоднего настроения. Ну и филармония вообще славится талантливыми артистами. Ваш проект абсолютно новый. Оксана, расскажите, кто люди, которые участвуют в этом проекте? Что это за симпатичные ребята? Это новый проект, да, филармония, молодежный, креативный, с новым веянием. В проекте много авторских песен, это композитор Алексей Подкопаев. Ребята, студенты нашего института, кто-то еще учится, кто-то уже выпускники, за что мы очень благодарны нашему институту за такие таланты. Сами пишут? Вы их заставляете, они талантливые. Точно. У нас Даниил Браун пишет. И Филипп пишет, мы тоже текст. Вообще-то. Слушайте, но у филармонии у многих, ну и у меня в том числе, ассоциируется с чем-то таким классическим. Мы в данном виде видим. Рахманинов.
Мы, вот да. вообще... А мы видим современный репертуар, да, современный да, костюм. Решили вот такие рамки. Мы вот, рушим рамки. Да, разрушить и сделать такой проект. И Вероника Ивановна, она очень поддерживает. Как же уживается классика и вот современная музыка? Как относится Вероника Ивановна к вашему проекту? Очень положительно, всегда нас поддерживает, всегда приходит к нам на репетиции, смотрит, радуется за нас. И вот на все, у нас, видите, такие интересные костюмы необычные. Вы очень стильные, ребята, действительно, это очень круто. Стараемся. Конкретно вы, я так понимаю. Может быть, он шьет это все откуда-то. Мероприятий много, выступаете, и недавно был у вас концерт, насколько мы знаем. Как прошел? На ура. Были все, конечно, первый концерт был очень сложный, очень ответственный. В зале присутствовали многие наши друзья, коллеги, творческие вдохновители. И мы, правда, нервничали, потому что работа была тяжелая, и сроки были очень короткие. Практически за два месяца подготовили программу. Уже, видите, ребята и танцуют, и поют. Да, то есть это не только песни, это прямо целый концерт. Это прям номера, постановочные номера, театрально все выверено. И мы, конечно, очень нервничали, но браво! Кричали после каждой песни. Все удалось? Всегда. Все да. воплотить в жизнь, ну, да? Ну, почти все, но, конечно, еще надо нам немножко но отточить. Но завтра 30-го еще один концерт. Да, приходите. Это очень интересно. Ну, мне кажется, что вот на одном дыхании. Полтора часа, но вот мы слушали отзывы друзей Оно и коллег. Того стоит, да? Да, сказали, что на одном дыхании. И очень разнообразная программа. Ребята и акапельно поют, и с фонограммами. И, ну, в общем, будет интересно. Ну, вот Новый год на сцене проведете? Или в этот раз, так как проект новый, еще нет? Думаем, что нет, потому что проект новый. Да. Ну, а вы готовы вообще? Вы же знаете, что артисты – это люди, которые Новый год дома не проводят никогда. Мы уже по декабрю поняли это. И по ноябрю тоже. Ну вот, ребят, что хотели бы пожелать нашим телезрителям в предстоящем году? Да, только положительных эмоций, будьте счастливы, чтобы ваши родные, близкие никогда не болели. И, конечно, всех-всех благ в этом новом 2019 году, друзья. Да. Не убавить, не прибавить, друзья. И чтобы душа пела, и мы просим вас подарить нам еще одну музыкальную композицию под аплодисменты наших зрителей. Я уверен, все хотят. Вот, Краснодарского края, молодежка. Доброе утро, друзья. Как долго я искал тебя. Здравствуй, здравствуй. И полюбил я навсегда. Страстно, страстно платил душою без стыда. Я частью просил у неба для тебя счастья. После тебя, 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 тебя навсегда. Никого. После тебя, 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 тебя никогда. Ни за что. После тебя, 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 тебя ничего. Запад дня. После тебя. Как в тебе тону, слеп просто для нас судьбу я обману. Смело, жестко. После тебя, тебя, тебя.
после тебя. Скорее заходите на наш сайт kuban24.tv.